Ну что, лайки мои лайки. Лайки мои лайки. Ты, Каюр, молодец. Мясом пахнет. Руки в крови, да. Нюхает, нюхает. Ох, про зондира, все пронюхает у меня. Белладонна. Сейчас я вам по куску какой. Уже пошла. Гуляйте. Сейчас я им. Чеза! Да ёкар, ну-ка ушла туда. Уж, да что ж ты мне там, там. Правильно, кровь там, запах. Я тебе сейчас. Пересекаются. Ну, по туалетам. Сейчас там пашнина есть кусок. Шмат я сейчас так чисто. Как лакомство им дам. Каир всех пересекает. Владыка своего гарема. Стая, территория. У Златы своя тема. У Каюра отдельная тема. Кобелиная. У Златы сучья. Все ей уступают. Она дом-мучительница. Лидер группировки. ОПГ. Лайки Соловьева. Да. Че, не? Все? Лосины и не катит уже. Выкидываем. Нюхает и все. Ой. Оу. Сейчас я вам порежу. Вон, целый выкидывать угол. Здесь прибор, уборку. А, ну Мухтара готовлю. Все, Мухтар, наверное, в Хабаровск уедет. Заряжаю аккумулятор. Буду разбирать его. Лыжный модуль сюда, туда-сюда, в прицеп. И аккумулятор заряжаю, и все. И буду утеплять дом. Выбор у меня такой. Технику нафиг, деньги были вложены. Чтобы не пропали, они не пропали, так и остались на весу. Ну, так, перед Новым годом же надо было что-то делать. Мы же русский народ, как привыкли, все суетимся перед Новым годом. Или что-то покупаем, скупаем, вдруг поднятие цен и так далее, как всегда. Ну, буду утеплять дом. Мне, мое здоровье, тепло в доме, аппаратура, техника. Ну, телевизор, обычный компьютер. Ну, холодно очень, холодно. Вы не представляете, это просто так на картинке, какой шикарный дом. Что тут? Комнатуха. Я сплю на кухне. Вот, я выбрал, то есть, хоть очень крутой такой мотобуксировщик, но я выбираю тепло. Я на лыжах, по старинке, с лаечками, тихо, спокойно. Тепляк у меня теперь есть. Куничку мы себя высветим. Вот. Будем ходить. Заниматься пушнинкой. Ну и лосики, конечно. Так, ну что там? Это, там прикрыта крышка. Ой. Так что вот так вот. Я поеду, узнаю, померю его. Сейчас собакам буду варить. Так, пашнина вымочилась, да? Посветлело. Вот этот пополам. И вот этот. Кто пришел ко мне сюда? Ах ты, бестия моя. На, пока никто не видит. На, на, давай, шуруй. На, 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 иди, иди. Иди, иди отсюда, иди. Возьми, уходи. Давай, иди. Не при... Блин, не получается это потихо-то. Это еще на одну варку. Ну и какой вам потом? На, на, на. Вон, нифига шмат. Хотел на двоих разделить. Не получается. На. Иди. Иди. Вот. Осталось чуть легкого. Дай бог на раз. И все. Ну, сердца, сердца. О.
говядинка как идет. Да? Пожует, пожует. Не спеши, правильно. Стой, кайфуй. Стой, кайфуй. Сейчас пойду вам сварю. Всего делов. Вечером будем есть. Надо вас загонять. Пойдем на место. Пойдем. Место. Место. Может, зайдут. Место. Пойдем. Почему ты не берешь? Пойдем. Это долгоиграющие. Я с вами на улице так не могу. Не варить надо идти. Пойдем на место. Каёр, место. Вот, правильно, неси. Оп-оп. Полную пасть взял. О, тоже домой занесла. Белка, место. Белкунья. Бел, ты взяла или съела? Сейчас я подметать тоже, убирать и поеду мусор выкидывать. Ку... Ах ты. Бел, давай, иди ко мне. Бел. Белкунь, ты съела? Давай. Место. Давай на место. О, машина. Ну, ребра есть. Все, вкусняшка. Все, нафиг. Все нормально. С утра говядинки, да? Ну да. Где крышка? Ой, Митька, красота какая у меня. Дом мажется. То потом закроется, его надо. Все делается почти. Дела, блядь, вот тебе и частный дом. Тут дел. Не переделать одни трубы на улице. Надо прикрепить саморезами еще. И полы еще тут надо. Буду делать мазать. Стенки уже тут помазаны. Пропитаны, вернее. У Юрки красота. Хоть мелочи, приятно. Угу. Ну вот. Тань, иди доделывай. Будешь доделывать? Иди, иди, все. Я по кастрюлю налил, все поставил. Иди, делай свою тыкву. Мамой. Сок. Сок делается. А эту банку доливать больше не будем или что? Или она пусть так и будет. Или ее допить лучше. Допить, наверное. Все. Но я пить не буду. Кто это сказал? Что ты пить больше не будешь. Буду чай. Все, это последняя партия? Да, еще чай. Не, еще есть? Золотый. Бля, это много. Она вчера вообще сказала, баночку мне, зачем мне две? А куда? Она говорю, нам-то это все. Я тебе вообще предлагаю сделать и закатать. Она стоит хоть сколько. Потом пей хоть всю зиму.
Возьми да закатай. Железки эти есть, которые на кастрюле. Сейчас я собакам сварю. Можно я порезать? Да, да все.